Բարի գալուստ Ղարաբաղ Տելեկոմ։ Բաժանորդն հասանելի է։ Խնդրում ենք փորձեք զանգել մի փոքր ուշ։ Армянские сепаратисты столкнулись с неработающей сотовой связью, передает АзиАс. Армянская сторона утверждает, что сбоив сотовой связи в Нагорном Карабахе, обусловленный в кавычках «глушением частот со стороны противника». Отмечается, что предпринимаются шаги для решения вопроса переговорным путем. Призываем воздержаться от неуместных спекуляций. Отметили в несуществующем Министерстве территориального управления и инфраструктур. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.